Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua, и я Трэш. Сегодня мы рассмотрим игру под названием Battle of Heroes от компании Ubisoft. Игра относится к жанру экшен, хотя имеет как стратегическую, так и RPG-составляющую. На сей раз вам предстоит отвоевывать земли Эвагарда от проклятий и завоевателей. По мере прохождения вам будут доступны танк, лучник, маг и воин по имени Лагнар, вместе с которым вы пройдете обучение. Перемещение, как и использование способностей, выполняется при помощи тапов в нужном направлении. Кроме главного героя, на поле битвы будут присутствовать воины, которых вы будете нанимать в построенных казармах. Помимо казарм, вы сможете строить склады и шахты для добычи кристаллов и золота, необходимых для улучшений и платы наемникам. За рубины вы сможете ускорять процесс постройки, а также лечить героя и союзников. Их вы сможете заработать за выполнение заданий или в бою. А при желании их можно приобрести. Также, сражаясь за Эвагард, не стоит забывать про оборону. Регулярно герои тьмы будут атаковать ваше поселение. И ты должен быть готов к обороне в любой момент. Защитите цитадель аванпостами, катапультами, лучниками и укреплениями. Враг уже близко, так что делай все, что в твоих силах, чтобы защитить Эвагард и стать героем Battle of Heroes. А теперь ставь палец вверх, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты мужчина, твою мать. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш.